В рамках исполнения наказов народной программы «Единой России» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков передал в Одинцовскую детскую поликлинику сертификат на покупку необходимого оборудования. Совсем скоро здесь установят новые кондиционеры и отоскопы для первого педиатрического отделения. Постепенно, год за годом, установлены кондиционеры на солнечную сторону. Тут, конечно, сложные условия труда. Вот. И мы в этом году продолжим эту работу. Вот я вам сертификат. Ранее кондиционеры уже установили в режимных кабинетах у хирурга и ортопеда. Теперь их планируют разместить и в процедурных. Это существенно облегчит прием юных пациентов в жаркую погоду. Также парламентарий посетил Одинцовский 10-й лицей и встретился с педагогическим коллективом. Образовательному учреждению Дмитрий Голубков передал сертификат на покупку необходимого оборудования для оснащения кабинетов химии и биологии. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор